Война ничему не учит, никому не помогает, она только калечит, убивает, и она просто хуже быть не может, ничего. Если случится, не дай бог, конечно, этот Армагеддон, то после него будет, конечно, тишина какая-то, люди, конечно, немножко. У всех будет звенеть в душах такие осколки набата этого, да, ядерного. Я думаю, тишина будет долго продолжаться. Все-таки это будет большой урок для человечества. Многие мои знакомые вообще вот в компаниях, если начинаешь говорить о том, что происходит, об этом, они говорят, ой, только не про это все, извините. Вот это вот ощущение от этого просто отстраниться, забыть, не думать, не включать ни телевизор, ни интернет на эту тему, достаточно у многих. Вначале я как бы, вы знаете, удивлялся и думал нехорошо об этих людях. А потом я понял, что ну, этот когнитивный диссонанс всеобщий, а жизнь должна продолжаться как-то. И если не так, то тогда уж действительно никакой надежды не будет. А если люди спасают себя в эти времена, да, свою душу, свои нервы, свою психику, свою любовь к детям, допустим, продолжают рожать этих детей, там, что-то делать полезное для общества, несмотря ни на что, хоть чуть-чуть. Ну, я этих людей очень понимаю и иногда им аплодирую за их стойкость и жизнелюбие, несмотря ни на что. То есть, как бы мое мнение поменялось. Если раньше их обвинял в равнодушии, то сейчас нет. Те, кто выживут, те и унаследуют землю. Поэтому, если выживут умные, хорошие, добрые, сердечные, ну, немножко трусливые, но все-таки они выживут, да будет не так плохо.